И снова здравствуйте, всем привет. Итак, кости поднастроены, ну а теперь самое интересное – это сиськи. Как группа «Ленинград» поет. Давайте зайдем в Edit Mode, единица на нампаде, тройка на нампаде. Выбираем ключицу, кость ключицы, тройка на нампаде, Е. Вытаскиваем косточку, Alt P. Clear Parent отсоединяем. И забыл я включить вам скринкаст кей. Так. Итак, косточка у нас вот появилась. Нужно ее подставить на грудь. Давайте сделаем ее чуть-чуть поменьше. Так. И вот эту часть. Или давайте ее всю перекрутим чуть-чуть. Раз. Надо ее подставить прям вот где вот эта хорошая штука называется, да? Не буду называть, а то еще привяжут к чему-нибудь и заблокируют. Жизнь такая сейчас. Так, через Shift привязываем к той косточке, где у нас привязаны именно крылья. Ctrl-P и Offset. Выбираем эту косточку, опять же, грудную. Shift-D. Щелчок. Правая кнопка мыши Mirror X Global. И подставляем вот сюда, на эту сторону. Теперь заходим в Object Mode, выбираем опять же нашего персонажа и через Shift кости. Так, заметьте, я выбираю опять же крылья, через Shift выбираю персонажа. Можно выбирать персонажа, потом через Shift крылья, ну как вот вязали, так и вяжите постоянно. И через Shift выбираем кости. Теперь, что нам нужно сделать, это перевязать их. Это Ctrl-P with Automatic Widget. Для чего? Потому что у нас появились новые кости. И у них не назначены веса. Выбираем теперь кости. Так, выбираем кости, выбираем персонажа. И смотрите, что происходит в рисовании весов. Вы видите, что грудь автоматически. Все должно вот так вот быть настроено. Сам персонаж синий, а грудь максимально красная. Ну, можно тут еще, конечно, подрисовать цвет. Смотрите, так не получится, убирается. Цвет должен от красного переходить вот плавно к зеленому. Можно тут послабее нарисовать, используя уже кисточки. Но я буду использовать автоматическую вот эту настройку. Через Shift выбираем другую грудь. Вы видите, что она тоже настроена. Кайф. Не надо рисовать, ничего гемора не будет. Так, следом нам понадобится скачать аддон. Аддон называется Spring Bones. И мы его скачиваем вот в папку zip. Вот в этой вкладке код. Нажимаем Don Zip. Следом, что нужно, открыть эту папку. Находим, где она скачалась, и открываем. Теперь все, что получилось, вот это. Вот эту папку всю нужно, значит, распаковать. Когда мы ее распакуем, у нас получается здесь вот файл Spring Bones. Вот он. Вот этот. Папку, вот эту папку выкидываете на рабочий стол. Вот эту. Или в папку проекта, возможно, или в папку аддонов. Без разницы, но чтобы вы знали, где она находится. Так, все это дело вы распаковали. Следом. Заходим опять же в Blender, находим Edit, находим преференции и аддоны. Install. Включаем, находим десктоп, вот у меня и вот Spring Bones Master папка. И вот этот файл, мы его инсталируем, и он у нас устанавливается, так, назову Spring, да? И вот он у нас устанавливается Spring Bones. Вот, вот это. Ставим галочку напротив него. Вот. И все. Теперь у нас все должно работать. Выбираем теперь только кости. Заходим в Post Mode. Выбираем вот эти две косточки. Левая кнопка мыши и через Shift на вторую. Вот, выбрали. Теперь заходим в настройку вот этой вот кости, Bone Properties.
Находим вкладку Spring Bone. Теперь зажимаем Alt. И для двух костей одновременно ставим вот эти галочки. Ну, можно каждой косточке по отдельности. Так, теперь что нужно делать? Тут два варианта. Смотрите, если мы нажимаем Start Animals, они у нас становятся зеленые. Теперь, если мы выбираем косточку таза, начинаем, вот видите, водить. Смотрите, что у нас с грудями происходит. Так-то вот, когда бежать она будет, видите, вот включим ее, вот эту штуку. Но, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Смотрите еще, как будем делать. Это делаем. Выберем опять эти две косточки. И нажмем стоп. Через Alt уже выбирать не надо. Вот эти Spring, ротация. Ротацию отключаем. И жмем, можно Start Interactive Mode. Или Start Animation Mode. Вот он. Проверяем, как работает. Так, для одной груди это дело не назначилось. Выберем их две. Через Alt снимем выделение. Так, и через Alt поставим зажатый Alt. Нажимаем только на Spring. Стоп. Нажимаем. Пробуем опять Animals. Две назначаются. Без ротации. Так. Вот она перестала работать. Значит, что? Опять выбираем две грудя. Через Alt отключаем Spring. Стоп. Выбираем Spring через Alt зажатый. И нажимаем Start Interactive. Вот этот. Выбираем управляющую тазовую кость. И вот у нас вот этот вариант, я думаю, будет лучше. Вот видите, он просто... Так, давайте вот так вот. Тын-дри-дын-дын-дын-дын-дын. Остаться. Будет бежать и все будет труситься. Офигенно. То же самое можно делать с другими косточками, которые, ну, более-менее подходят к этой тряске. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ну, вот такая настройка, значит, грудя. Теперь что я хочу сделать? Я хочу зайти в Object Mode, выбрать глаза. Глаз. Post Mode, привязать его к голове. Ctrl-P. Bone. Зайти в Object Mode, выбрать второй глаз. И также привязать его к голове. Ctrl-P. Bone. Так, смотрим Object Mode, выбираем кости, заходим в Post Mode, предварительно сохраню проект. Тынь, выйти, все работает. Хорошо, все так трясется. Так, теперь остался ролик именно по прическе. И будет все работать. Можно уже приступать, значит, к анимации. Вот такой вот ролик. Все, всем пока, до свидания.